как раз совсем добрый вечер. Да, меня зовут Амелий. И я немножко заикаюсь, я как раз прошу вас сделать мне по скидку. Впереди мой как раз партнер по Юрию, и я представляю проект Harry Rooms, понятно, как раз сервис по продаже индивидуальных по дизайну проектов. И у нас уже есть опыт в реализации успешных проектов, так мы построили лидера на рынке страхования, ответственности застройщиков, и по нашему интернету, наша интернет-платформа платформа по ремонту квартир выросла в 2018 году более чем от 3 раза. Как раз работая на рынке ремонта вот, в массовом сегменте, мы видим, что минимальное количество клиентов поделает ремонт по дизайн проекту. И это приводит к тому, что по стоимости ремонта увеличивается на 15%. Возникают конфликты с ремонтными бригадами, и это увеличивает по срок ремонта более чем в 2 раза. И клиент все равно остается недоволен конечным планировочным. И клиент все равно остается недоволен конечным и предъявленным решением. Почему же менее 5% людей на текущий момент заказывают дизайн проект? Потому что они просто банально посчитают, что они не понимают по ценности, они не понимают необходимости этой услуги, и они не до конца понимают о том, что данная услуга способна поразительно сэкономить их бюджет на ремонт и обустройство их жилья. Как мы меняем рынок? Мы переводим практически все процессы онлайн. Мы подключаем к нашей платформе дизайнеров по всей России. Мы стандартизируем процессы и делаем конечную цену прозрачной и понятной для клиента, и зависящей только от одного фактора, от количества покупок по квартире. Во что же из себя представляет рынок на текущий момент? Это более чем десятки тысяч частных дизайнеров и по дизайну по студиям, которые как раз и коммуникация которых с клиентом в большей степени находится в офлайне, и они нацелены на подискретный по заказ, и их цель выжить с этого подискретного по клиента доход на следующие 3-4 месяца их жизни. Рынок тем временем огромный, и каждый месяц на нем появляются новые онлайн-сервисы, и конкуренция нас не пугает, это лишь лишние праздные доказательства того, что рынок есть. Если касаться метрик по проекту, мы стартовали в сентябре этого года. На текущий момент на платформе подключено 240 дизайнеров. Мы обрабатываем где-то 30 по заказам в месяц. Если касаться наших доходов, мы зарабатываем на продаже полидов ремонт с комиссией продажи мебели, достроенной мебели по сантехнике, чистовых материалов. Существующие каналы продаж позволяют увеличить выручку при существующей полимерной экономике. Все наши конкуренты об этом тоже познают, и кто первый этот канал полностью забивает, второй этап. По команде. В команде я отвечаю за операционный менеджмент, мой партнер по Юрию за маркетинг. Также у нас есть гуру индустрии,
это бывший шеф-редактор крупнейшего команды PlayStation. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое.